состояние участков в детских садах. Специальная комиссия по этому вопросу уже начала работу в Вологде. Специалисты Департамента гуманитарной политики проводят осмотр площадок и уличных конструкций. Все должно строго соответствовать нормам. Обратить на это особое внимание – поручение главы Вологды. Результаты объездов в нашем следующем материале. Комиссия у вас уже работала? Вчера нас приняли на оценку. Отлично по многим пунктам. То есть оценка отличная. Вот сейчас как раз мы следом за комиссией проведем обход. Первым делом ревизоры смотрят на общее состояние участка. В детском саду номер 49 на территории чисто. Покрытие везде либо грунтовое, либо травяное, как и прописано в нормах. К спортивному оборудованию тоже нет претензий. Просят исправить лишь один нюанс. Вот посмотрите, надо обратить внимание вот на этот камень, который вот мы сразу видим. Потому что он небезопасен. То есть надо дать указание, чтобы его этот камень убрали. За оборудованием на площадке детский сад старается следить. Песочницы после прогулок детей обязательно закрывают, чтобы не попало ничего лишнего. На спортивной площадке конструкции укреплены, выдерживают даже вес взрослого человека. Ну, самое главное требование то, что здесь травяной грунт, трава. То есть на случай падения опасности нет. Высота допустима. Эксперты осматривают учреждения параллельно с приемной комиссией, уделяют внимание именно открытым площадкам. Безопасность участков для прогулок – один из ключевых пунктов при подготовке садов к новому учебному году. Обратить на это особое внимание потребовал глава Вологды. Соответствующее поручение он дал своему заместителю Александру Груздеву. Вот здесь, в детском саду номер 89, еще идет ремонт. В том числе будут менять покрытие на спортивной площадке. Вот эти резиновые плитки, их ежегодно или раз в два года нужно переворачивать. Отдельный пункт – металлические конструкции, которых много в садах, построенных в советское время. Многие сломаны, такие комиссии рекомендуют демонтировать. Ее, в принципе, вообще можно за ненадобностью демонтировать, если она вам не нужна. Если ее нужно будет приводить в соответствие, в порядок, то надо нормальные крепежи, да, нормальные канаты вывешивать. А вот в детском саду номер 107 нашли применение таким конструкциям, делают из них арт-объекты. В целом, отмечают ревизоры, серьезных нарушений нет. Такие осмотры как основной комиссии, так и дополнительные будут проводиться до 20 августа. Эта работа идет в том числе в рамках проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям», главная цель которого – создание для малышей комфортных и безопасных условий. Вот те детские сады, которые еще комиссия не проверяла, естественно, это будет все учтено. Мы в каждые детские сады практически еще выедем не один раз. Очень важный момент, который сегодня мы отметили, это то, что участие шефов детских садов и участие родительской общественности, вообще это неотъемлемое, важное, слагаемое обеспечение самого воспитательного процесса в детском саду и безопасности пребывания детей. Напомним, всего в Вологде 84 детских сада, почти половина из них уже проверена. Значительную часть приняли без замечаний. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда-Портал.